приходу заморозков и снегопадов региональные дорожно-коммунальные службы полностью готовы. В этом убедились на заседании по обеспечению безопасности дорожного движения. Также рассмотрели причины дорожных происшествий по области за последние 10 месяцев. Положительно также отмечается снижение числа ДТП в состоянии опьянения на 24%, со 120 до 91% по вине пассажирского транспорта на 8%. Также сократилось количество погибших детей в автоавариях. Общее количество ДТП в регионе снизилось на 1,3%, однако при этом увеличилось число погибших почти на 8%. Что необходимо сделать в части дополнительных мер безопасности дорожного движения, рассмотрели на заседании. А также обсудили результаты работы по проекту «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день все работы завершены в полном объеме. Показатели, установленные федеральной целевой программой, также выполнены. По ряду показателей, это снижение мест концентрации ДТП, мы достигли лучших результатов, нежели планировали первоначально. Сейчас основная задача и региона, и города Ульяновска – подготовиться и защитить программу, которая будет реализована в следующем году. В 2018-м из федерального бюджета на ремонт дорог и решение вопросов безопасности дорожного движения будет выделено 730 миллионов рублей. Напомним, в прошлом году Ульяновская область была в пятерке лучших субъектов Приволжского федерального округа по безопасности дорожного движения. Результаты этого года будут подведены несколько позже. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.